Пробудись, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Пусть Бог вас благословит и всю вашу семью. Сегодня среда, 24 мая, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы вместе сейчас помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил, чтобы Он направил нас в этот день. Мы верим, что Он услышит нашу молитву и Он нас направит. Аминь. Давайте обратимся к Богу сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, и мы благодарим, мой Бог, Тебя за дыхание жизни, за здоровье и за Твою заботу о нас. Мы каждый день видим в нашей жизни Твою заботу, мой Бог, о нас, о нашей семье. Спасибо. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса. Мой Господь, все наши планы на сегодняшний день мы отдаем Тебе. Мы просим, мой Господь, дай нам мудрость, дай нам направление, направь, мой Бог, каждый шаг наш, и дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере и ничего не бояться, но уповать на то, что Ты обещал, что Ты будешь, мой Бог, с нами. Дай нам, мой Господь, направление и используй нашу жизнь для того, чтобы Твое имя было прославлено. Я молюсь, мой Бог, сейчас за всех работников. Я молюсь сейчас за всех людей, которые начинают сегодняшний день, мой Бог, с молитвы Тебе. Благослови каждого из них. Пусть сегодняшний день для каждого из нас будет успешным и благословленным. Во имя Господа Иисуса. Мой Бог, защити нас, защити нашу семью, наших друзей. Поставь, мой Бог, сильных ангелов вокруг нас. И защити нас от аварии, от катастрофы, от проклятия, от зависти и от всего негативного. Это наша молитва Тебе во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, и мы также молимся за нашу страну. Мы каждый день молимся, мой Бог, за нашу землю. Написано в Твоем Слове, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Мой Бог, благослови Кыргызстан, благослови нашу землю. Да будет спасение в нашей стране. Да будет защита в нашей стране. Да будет благословение Твое. Мы также молимся и за другие страны бывшего Советского Союза. Сейчас, мой Бог, люди молятся с нами из разных точек этого мира. Мы соединяем нашу веру и провозглашаем, да будет защита Твоя, благословение Твое там, где Твой народ находится. Мы молимся, мой Бог, за мир в Израиле. Мы молимся, мой Господь, за мир между Россией и Украиной. И просим, мой Бог, защити Твой народ. Во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Слава Богу. Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву. И Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Давайте сейчас вместе прочитаем вторую книгу Паралипоменон, 32 главу, 7 стих, где в Библии написано вот так. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним». Дорогие друзья, какое прекрасное слово! Таким словом написано в Слове Божьем, что царь Иезекии, он пробудил веру людей, народа Израиля. Он передал это слово, он сказал, мы не боимся, потому что с нами более, нежели с ним. И действительно, это так. Кто живет по вере в то, что написано в Слове Божьем, тот ничего не боится, потому что он знает, что он никогда не один. И тот, кто с ним, сильней любой проблемы, любого врага, любой ситуации. Дорогие друзья, Бог с вами. Он позволил, чтобы вы сегодня услышали это слово, получили это направление, потому что Он знает то, что происходит в вашей жизни. И сейчас Он дает вам силу, чтобы вы могли бороться, смелости, чтобы вы могли поступать по вере и больше ничего не боялись, потому что с вами более, нежели против вас. Верите в это, и вы увидите, как Бог вас благословит. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. Вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, из какого города, с какой страны. В ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Тот, кто со мною, сильней любой проблемы. Я буду побеждать. Аминь? И это точно. И если это слово помогло вам, ставьте лайки, чтобы YouTube тоже предложил эту молитву другим людям. И вы сами можете тоже поделиться этой молитвой с вашими друзьями, хорошо? Дорогие друзья, мы ждем вас сегодня в Центре помощи Кыргызстан на служении Школа Веры в 10 утра, в 15:00, в 18:30. Мы приглашаем вас. Будем искать Божье присутствие и верим, что Бог укрепит нашу веру. Да благословит вас Бог обильно всю вашу семью. Хорошего вам дня. Идем вперед с этой верой, что Бог с нами и у нас все будет хорошо. Все дела твои бесконечные чудеса, поклонение сердец прими от нас. Как достоин